Волшебный водопад, и на его месте стоял непроходимый мрачный лес. «Нам туда!» — махнул лапкой Тики, показывая на чащу. Типа жутко. Где-то в ветвях деревьев ухал филин, совсем как в сказках о бабе Еге. Я пошла, пытаясь не отставать от шустрого зверька, отдаленно напоминающего то ли кролика, то ли мангуста. Я пыталась не царапаться о ветки берез, буков и клен. А звезды смотрели вниз, как глаза гигантского дракона. «Мы пришли», — сказал Тики. «Мне дальше нельзя. Пойдешь на лучистую опушку одна». «Почему?» «Я могу показать дорогу, но найдешь их сама». «Кого найду?» «Грибы!» «Грибы?» Я, конечно, видела на картинках грибы и могла с четкостью, не запнувшись на букве «Р», сказать «Гриб», но никогда их не ела. «Зачем они мне?» «Это необычные грибы. Кто их соберет, будет все видеть и знать. Я решила, что мне обязательно нужно все видеть и знать, иначе окружающие подумают, что я дурочка». И ничего доброго, настоящий осел, как говорит мама. Лучистая пушка с виду оказалась самой обычной. Там летали мотыльки и росли полевые цветочки. А вот грибов
она без толку ходила по краю леса, а потом отчаялась и позвала: «Грибочки! Грибочки!» И, к моему удивлению, из-под земли показалось солидное грибное семейство. Я, обратившись, собирала их в свою корзинку. А потом, подумав, что не смогу справиться с возложенным на меня заданием, я заволновалась и в траве увидела ножик. Он был у меня чёрный, блестящий. Срезать грибочки получалось без труда. И вот моя корзинка уже почти полна. Счастье переполняет меня. Но откуда-то из океана раздался возглас: «Что же ты делаешь, злобное существо?» Оглянувшись в поисках злобного существа, я и поняла, что нахожусь не на лесной полянке. В глазах мелькало что-то светло-коричневое, мягкое. А голос выше продолжал заходиться в истерике: «Вы только посмотрите, что творит! Суп на кухне нельзя сварить! Где это обида, а где это слыхано? Всех дети как дети, у меня осел!» Мое ухо вцепилось рука, приводя меня в чувство. «Посмотри, ослинная порода, что ты натворила?» «Что я сделала? Что?» «Смотри, смотри!» А я оглянулась и увидела, что симпатичный коврик у моей кровати изорван и даже лишён шерсти. Аккуратная горка шерстяных нитей лежит рядом. И тут же отвертка, которую дед недавно чинил у телевизора. «Последний раз спрашиваешь, что это такое?» Мама едва сдерживалась. Я попыталась объяснить, как можно понять. «Ковер – это полянка в лесу. Я собирала грибы. Грибы вот здесь!» Показываю на выдранную из ковра шерсть. Чтобы срезать грибочки, я взяла ножик. «Вот этот!» Показываю на дедовскую отвертку. Мама дала мне такую звонкую оплюху, что я отлетела под кровать. «А теперь слушай меня!» — сказала она. «Понятное дело, что ты, осел, будешь на своем настаивать, но заруби себе на носу: этот ковер не лес, это обычный ковер. Я купила его в магазине, отдав всю свою зарплату. Купила, чтобы у тебя ноги не мерзли. Ты же взяла и плюнула мне в душу». Обиженная мама ушла на кухню варить суп. А я лежала под кроватью и думала: как это — плюнуть в душу? Набрать полный рот слюней и плюнуть? А куда же нужно плевать, чтобы попасть? Где у человека душа? Неужели в ковре, который человек стелит под ноги возле кровати? И еще я подумала, что когда вырасту, расскажу всем, что ковер может быть лесом. И за это никого не надо наказывать. Пойдем! Прежде как у меня зон, прежде лишь приносит. Лучистым диском.
подо мной деревья и горы. Когда мне разрешали на часик отложить пропись, я выспала все свои игрушки из большой картонной коробки, раскладывала их и сидела, не шевелясь. «Почему ты не играешь?» – как-то спросила мама. «Я играю», – ответила я, неподвижно восседая на диванной подушке. «Сейчас пингвины Такса пойдут покупать эскимо». «Так они валяются под кроватью! Возьми их в руки!» «Так пингвин одевает ботиночки, а Такс завязывает шарфик», – объяснила я. «Так скоро лето!» Мама не видела мою игру. Наверное, никто, кроме меня, ее не видел. Так уж сложилось. Придя из кухни, застав меня за внешне ничего не делать, мама сказала: «Собери-ка ты все свои игрушки и поставь их на место». Но, может быть, она слишком тихо это произнесла, что я, устремленная в мир фантазий, ее не услышала. А может быть, действительно включился осел. Но очнулась я от хорошей затрещины. «Почему ты до сих пор не убрала игрушки?» «Так я играю. Если ты сейчас не уберешь все свои игрушки, то я их отдам чужим детям, и у тебя их больше никогда не будет». «А почему?» «Потому что ты должна быть послушной». Мама хлопнула дверь и вышла. А я села и смотрела своих игрушек. И тут мне показалось, что пластмассовая Такса съела слишком много мороженого, и у нее может начаться ангина. А неповоротливый пингвин, наоборот, ничего не съел. И поэтому следовало ему купить побольше шоколадных конфет. «Ты хочешь посмотреть, на что я способна?» Словно из другого мира раздался мамин вопль. «Ты пожалеешь, что посмела слушаться меня». Пока я соображала, что происходит, живая Такса на моих глазах превратилась в обычный кусок пластмассы. А мама собирала все мои игрушки. Закончив, она гордо взяла мое имущество в руки и заявила: «Теперь ты можешь попрощаться со всеми своими игрушками. Хватит, наигралась, про книги читай». «Я не хочу прощаться». «Придется. Я даю их чужим малышам. У этих детей никогда не было таких замечательных игрушек, потому что их родители на них экономят. А мы в тебя с отцом всю в душу вкладываем, а ты неблагодарная. Поэтому я все подарю чужим малышам». «Хорошо, дари». «Что?» Мама торопела. «Ты должна рыдать и умолять меня этого не делать!» «Правда, я все равно настаю на своем!» Но плакать мне не хотелось. «Я не хочу плакать!» «Странно, но мне пора!» Мама ушла на кухню. Мама ушла, а я, подбежав к двери, открыла ее и увидела залитый солнцем подъезд. И тут мне показалось, что все происходящее какая-то сущая нелепица. Вот ты смотришь грязное стекло и не можешь увидеть реальность. А мама стояла посередине нашего двора и говорит: «Собирайте игрушки, я вам их дарю. Моя дочка меня не послушалась, и за это я ее наказала. Теперь это все ваше, я вам дарю!» А увидев меня, мама стала кричать еще громче: «Подходите! Подходите! Забирайте игрушки! Моя дочек недостойна!» Чумазые соседские малыши хватали мои игрушки, а мне в ответ строили злобные рожицы, выкрикивали, смеялись. «Теперь это моя игрушка, моя посуда, чайник и чашки. Я их тебе больше никогда не отдам». А
я смотрела и стояла на все происходящее, не предпринимая никаких воздействий, чтобы забрать свои сокровища. А мама? Теперь пупсики и кубики не твои игрушки. Громкий мамин голос был обращен ко мне. Это я их тебе покупала. Ну и дедушка кое-что. Поэтому я могу с ними сделать, что захочу. Действительно, а почему бы и нет? И сама себе удивилась, то ничуть не настроилась. Мама, раздав игрушки, пошла домой. А на скамейке сидели соседки, шептались. Опять чудит, воспитывает. И подсказали маме. Дорог тебе будет каждой лоточкину игрушку-то раздавать. Дешевле по попе ремнем. Не помогает, жаловалась мама, довольная поддержка. Придя домой, я села на подушку и смотрела на кухню. Тебе что, совсем не грустно? Удивленно спросила мама. Нет. Ах ты упрямый осел, все любуешься ковриком, который испортила. И она стукнула меня по плечу. И я вспомнила маленькую таксу, которой не избежать ангины, ведь никто не догадается напоить ее горячим чаем с медом. И на глаза навернулись слезы. Плачешь? Мама была довольна. Посиди и подумай над своим поведением, добавила она и ушла на кухню. А вечером пришел дедушка и принес мне книжку по ногам про корову. И она стала моей новой игрушкой. Нашу обитую черную дверь. Она была в красном халате, на синих тапочках, на ее рыжих волосах гроздьями болтались бегуди. Мышь атакуют! Соседи на всех этажах распахнули дверь. Новость ведь не шуточная. У каждого дома есть мука, чтобы печь хлеб, сахара для варенья, картошка, заготовленная на осень и зиму. Как это мышь атакуют? Кто ими руководит? Спросил мальчик Димка со второго этажа. Прогрызли все! Продолжал лежать тучная тетя Дуся. Утром я встала, сунула его ног в табак, а там внутри кусочек луковицы. Может, ты не с той ноги встала? Пошутила моя мама. Ой, не веруют, не веруют, люди добрые! Голосила соседка, задрав голову вверх к удивленным слушателям. А ведь были знаки. Сначала луна, большая, важная, желтая, точно сыр, спустилась с небес. Потом ливни шумели неделю. Думала потоп за грехи наши, как во времена Ноя. Но помиловал Господь. А теперь мыши, мыши наступают. Я и тетя Мария уже откровенно посмеивались над паникой соседки Дуси. Как вдруг отряд серых грызунов
прошмыгнул мимо нас, распахнутую дверь квартиры. За ними с метлой в руках, точно смазать веслом, бежал дворник Миша. Но напрасно старик размахивал помелом. Мыши успешно проникли в наше жилище. Закричали соседи и бросились захлапывать свои двери. Ну вот, что я говорила? По бедолосным шепотом спросила тетя Дуся. И доказывая истина, не нуждается в громких речах. С тех пор люди и мыши стали жить вместе. По слухам, к нам мыши привел голод из-за капитального ремонта в красных домах. Но нам от этого было не легче. Ловкие серые грызуны воровали оставленные без присмотра продукты, портили обувь и оставляли после себя неприятный запах. А по ночам, когда все ложились спать, тоскливый мышиный писк и шорох маленьких лапок напоминал, что люди не одиноки. Фермер обнаружил на своем поле странные узоры, которые появились перед рассветом. Медленно, завораживающим голосом читала мама книгу при свете ночника в виде трофипан. Это представители неземного разума решили оставить нам напоминание о том, как следует относиться друг к другу. Нужно прощать, любить, быть милосердными. Скромные лонавты скрылись на своем межпланетном корабле, когда американский фермер решил сфотографировать их. «Выдумки!» — накрыл голову подушкой, сказала бабушка. «Спать пора!» «Ничего подобного!» — возразила мама. «Это все правда, я верю. Это документальная книга!» Было видно, что мама обиделась, но перевернула страницу и продолжала чтение. Среди инопланетян есть злые. Они похищают людей, чтобы проводить бесчеловечные медицинские опыты. Лежа под одеялом, я думала, что добрым инопланетянам быть хорошо, а злым плохо. Ведь добрый никогда не обидит кошку или мышку, а злой даст им яду, как сделали Бабанаги и дед Миша. Кошки наелись отравленных мышей и погибли. Взрослые собрали их на лопаты и сбросили в огромный мусорный бак. «Завтра будем мышей ловить», — объявила мама, заканчивая читать главу о неземных существах. «Тараканов увели и с мышами разберемся». Все утро я слонялась без дела. Но как только бабушка Юля Маленька задремала в своем кресле, а мама ушла на рынок покупать яды, я решила спасти мышей. Я давно приметила, что мыши начинают бегать по кухне, когда идут, будто их никто не видит. Из этого следовало забраться с ногами на табуретку, сидеть тихо-тихо целый час. На пол я покрошила хлебную крошку, взяла кастрюлю и приготовилась. Сначала из-под плиты показался маленький розовенький носик, потом глаза бусинки, и в конце выбежал сам мышонок. Застучал по полу лапками, я чуть не засмеялась от радости, когда его увидела. За храбрецом последовали остальные крупные серые мыши с розовыми лапками. Когда часть мышей оказалась под табуреткой, я и час изображала статую. Хлоп! Ловушка захлопнулась. Часть мышей удалось выбраться, но остальные со стуком требовали свободы. Взяв заранее приготовленную крышку без ручки, ручка от нее давно отвалилась, я ловко подсунула ее под кастрюльку и перевернула. «Ничего не бойтесь, это добрый инопланетный корабль. Он отвезет вас в безопасное место, где никто не причинит вам боль». Когда мышки услышали голос, они потихли. Хотя в проведении сапожки, я вышла на улицу. «А у тебя там что-то вкусное?» — начали спрашивать соседи, днющие ночующие на лавочках нашего подъезда. «Мыши? Дохлые или живые?» «Живые мыши?»
живые мыши? Поняв, что маленьким безобидным существам грозит опасность, я бросилась со всех ног бежать. Побежав метров 100, я оглянулась назад и заметила, соседи поленились меня преследовать. Я завернула за угол дома, куда, конечно же, мне запрещалось. Я высадила мышей в чей-то огород и, поняв, что им больше не грозит никакая опасность, я пошла обратно домой. Под укрытие взгляды соседей я вошла в подъезд и вымыла кастрюлю и решила, что могу погулять с ребятами во дворе. Выйдя в подъезд, я столкнулась с мамой. Со всех сторон ее окружали соседи. Некоторые даже показывали на меня пальцем, доказывая мою преступную деятельность. Ты представляешь, Лена? Кастрюлька, суп, мыши, яд, осел! Так, все, хватит! Эту историю, что вы мне рассказываете, даже слишком для моей дочки. Это правда, что говорят эти люди? Это был добрый инопланетный корабль. Корабль добра. Вот видите, гордо сказал Раилица, а вы говорите осел. Велика будиня зло, как у меня не знаю. Вот почему все именно так или так? И никак иначе, озадачила мамаша как-то рано утром. С утра надо вообще делами заниматься, а не философствовать. И ты зубы чистила? А кто сказал, что так правильно? Ты меня не путай. Мама начала злиться. Что значит так? Ну так, как ты говоришь. А, ты желаешь, чтобы все было по-твоему? Ха, по-твоему никогда ничего не будет. Я тебе и царь, и бог. Отбежав на безопасное изображение спора расстояния, я продолжала. Вот ты говоришь, что младший всегда слушается старших. Но кто это придумал? Это придуман закон человеческий. И не тебе его попирать, а то каждый божий день будешь получать ремня с железной пряжкой. Но люди с древности ходят по земле, а не по потолку. Дети слушаются взрослых. И этот закон еще никто не нарушал со дня творения. И никому не удастся его разрушить. Да, мам, а как его разрушить? Ах ты! Вот научись ходить по потолку. Тогда, может быть, и сможешь. Мама села на работу и закрыла за собой дверь на два оборота ключом. Я осталась одна. Сегодня я буду ходить по потолку, объявила Амидна спавшим кошкам. Тогда-то мама сразу поймет, что в этом мире не все так просто. Я взяла со стола зеркальце и начала расхаживать по комнате, бубня под нос песню, которую часто слышала от мамы. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночь темная была. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но через несколько минут я поняла. Зеркальце-то я не вижу своих ног. Значит, это по дорожку, не взаправду. Я подошла к стене, к тому времени обклеенной зелеными обоями, и быстро-быстро зашуршала ногами об стену. На стене появилась дырка. Я решила передвинуть диван, чтобы скрыть следы преступления. Но к моему ужасу боковина дивана отвалилась! Я решила прикрутить ее дедовскими отвертками. Когда же я скрыла все следы преступления, я решила, можно, конечно, лежать на диване, размахивать ногами и представлять, что я хожу в перевернутом мире по потолку.
подружка Ксюша. «Эврика!» — воскликнула я, хватая за хвост. «Что же ты? Если тяжесть моего тела слишком велика, то кошка — это другое дело. И если первой научится она, то до меня уж точно потом дело дойдет». И с целью эксперимента я начала подбрасывать животное в воздух. Ксюша с ботом мяуканьем взлетала к потолку. Я так увлеклась, что даже не заметила, как вошла мама с тетей Айзой. «Подшипка! Подшипка, отдай кошку! Что ты делаешь?» Я от неожиданности подбросила кошку чуть-чуть выше, чем планировала, и кошка, сделав изящное сальто, приземлилась соседке на голову. «Убивают! Убивают! Помогите!» Истошно закричала тетя Айза. Мама подбежала и стащила кошку с головы соседки. Ксюша при первой же возможности убежала. «А что ты делала с кошечкой?» — спросила соседка. «Кошка ведь тебе не футбольный мяч». «Ну, я... мама сказала, что мир сможет перевернуть тот, кто научится ходить по потолку». «Что?» — поинтересовалась соседка. «Ну, кошка — пионер, ее небо — потолок». «Сумасшедший дом», — сказала соседка и закрыла за собой дверь. Моя родительница начала подступать ко мне совсем недобрыми намерениями. Я отбежала вокруг стола и схватила хрустальную вазу. Но мама почему-то, когда увидела вазу в моих руках, сказала: «Ладно, будь ты еще знать, как экспериментам мешать». Мама права. В следующий раз эксперимент точно удастся. Запрещается. Руслан, за которого моя мама вышла замуж, купил мечи в высокогорном селе у стариков и хотел перепродать на рынке по более высокой цене, чтобы заработать на жизнь. Почистил наждачной бумагой острые кинжалы, кривые сабли и протер их маслом из бутылочки. И положив на самую верхнюю полку, строго посмотрел на меня. «Ты знаешь, что их трогать нельзя?» — спросил отчим. «Знаю», — ответила я, всей душой надеясь, что, увидев мою покорность, он поскорее пойдет к своему другу Мудя на чай с оладушками. Руслан покрутился дома еще немного, словно опасаясь оставить меня среди тетками, саблями и мечами. Но, понимая, что скоро придет моя мать, все-таки ушел, еще раз напомнив, чтобы к пинкам я не прикасалась. Ксюша и ее сынпы же громким мяуканьем подбадривали меня на подвиги. Неправда, что ошибки человека не учат. Учат. Припомнив историю с синим ящиком, в который я однажды провалилась, я решила поставить табуретку на стул и таким образом скарабкаться наверх. Конечно, одна я бы не справилась, но великий дух самурая поведал мне о несчастных, которые звали меня на помощь. Мы служили как лепестки сакуры на ветру. В древнем японском мире мастер боевых искусств скажет: «Покажи, на что ты способна, и я покажу ему всю свою доблесть». Затем он поклонится мне и назовет великим воином. Исчезли книжные полки, обитый бархат
шорохом стул растворился в воздухе. И оказалось, что в нашем доме никогда не было резных ореховых шкафов. Внутри самого дома не существовало. Передо мной возвышалась отвесная скала, вершина, уходящая в густые облака. Внизу росли низкие корявые деревья. Несчастные молились спасти их от злого и коварного змея, повелителя хрустального диска. Змей прилетал раз в тысячи лет и забирал у родителей юных таракашек себе в услужение, пугая усатое племя банка дихлофоса. Он приказывал им войти в хрустальный диск и носил прочь от родных хлебных крошек и теплой плиты. До самой смерти родители надеялись, что любимые детки вернутся к ним. Но они никогда не возвращались, повинуясь грозному господину. Через тысячи лет все повторялось в мире, полном несправедливости и ныне. «Я смогу защитить вас!» — гордо воскликнула я, преисполнившись чувством долга. И начала карабкаться по неприступной скале. Там, на самом верху, лежал оставленный чародеем острый меч. Его ковали циклопы, гора Кавказа. Искры от ударов их молотов превращались в метеоритные потоки. Этот меч изменял огонь и воду, превращал землю в воздух. От его удара дрожали небеса и отступал океан. Пока я добиралась до меча, я чуть было не сорвалась со скалы. И чуть не сорвалась в пропасть. Но в последнюю секунду мне удалось ухватиться за острый выступ и повиснуть на пустоту. Сверху со страшным грохотом летели камни, каждый размером с большую книгу. Но отступать я не собиралась. Мне удалось отыскать меч и спуститься со своей добычей. Он был так тяжел, что я едва удерживала его в руках. Я начала высматривать змея. Но хитрая рептилия не рискнула показываться из своего укрытия. Тогда я напала первой, взмахнула мечом прямо перед кораблем, принесшим злодея. Я рубила из последних сил. От хрустального диска отскакивали осколки. И, наконец, он стал невидимой точкой. Оскорбившись своей победой, я начала принимать поздравления от счастливых таракашек. «Ах ты, ослиная негодяйка!» Совершенно неожиданно раздался громкий возглас. «Я победила змея, ибо знала славу великого мастерства!» — гордо произнесла я. «Да что ты говоришь? Да как ты смеешь шинковать саблю в хрустальную люстру? Ты ее покупала, я тебя спрашиваю!» Оторопив от этих слов, я поняла, что мама очень сердитая, стоит посреди комнаты. Длинные сверкающие подвески нашей хрустальной люстры валяются на полу, а настольная лампа разбита в дребезги. Мама приготовилась меня атаковать. «Мир вашему дому!» В этот момент дошел дядя Мулат, а за ним и мой отчим Руслан. Дух самурая спешно покинул меня, ловко улетев через открытую... Из шкафа бутыль с водой, яблоки и немного печенья.
Затем она взяла меня за руку, и мы вышли на улицу. Я едва успела обуть свои беленькие сандалики. В городе Грозном весной тепло. Поют птицы, и волшебный запах разливается от цветущих деревьев. Мы шли молча. Я была погружена в себя. Мне невероятно хотелось встретить цыпленка из детского театра, куда мама водила меня в воскресенье. «Сейчас в поликлинику зайдем!» – прервала мама мои мечты о цыпленке. «Зубки твои проверим, заодно картинки посмотрим. Надо сказать, мы часто заходили в поликлинику и смотрели на детские рисунки. Цветы, дома, кошек и собак. Мне не нравились. На зеленой плохо покрашенной стене экспозиция менялась постоянно. Пока я рассматривала рисунки третьеклассников, к нам подошла тетя в белом халате. Она ласково сказала мне: «Девочка, идем со мной». Оглянувшись, я поняла, что мамы рядом нет. «А зачем?» – спросила я. «Доктор Эйболит сказал мне посмотреть твои зубки!» – бодро сообщила добрая тетя. «Куда-то мама пропала!» «Не беспокойся, сейчас вернется!» – успокоила меня женщина. Мы шли по длинному узкому коридору и оказались в кабинете. Посреди кабинета стояло большое бордовое кресло, а рядом примостилась большая лампа на ножке, ну и стол с какими-то железными инструментами. Я волновалась, что мама запутается в коридорах поликлиники, совсем как девочка Алиса в кроличьей норе. Но меня отвлекло кресло. Оно было мягкое, я стала вертеться на нем, воображая, что это вовсе не кресло, а трон в какой-то сказочной стране. «Открой ротик, пожалуйста!» — попросила тетя доктор. Я открыла. «Только посмотрю», — сказала она, постучав длинненькой узкой железкой, похожей на спицу для вязания, по моим зубам. Потом взяла со стола щипцы и как-то задумчиво на меня взглянула. «Я ничего делать не буду», — зачем-то еще раз сообщила она. Затем влезла огромными щипцами мне в рот. Там что-то зловеще хрустнуло, и я поняла, что происходит самое настоящее воровство. Среди бела дня. Да-да, именно так вели себя в Куда и Лиса, повстречав Горемыку Пиноккио. У меня хотят украсть зуб. Эта воровка вовсе не была мне другом. Я стала выкарабкиваться из всех сил и рычать, пытаясь отпугнуть врага и освободиться, но железные клешни крепко держали мой зуб. Я напрасно отпихивала злодейку. Через минуту совсем недобрая тетя продемонстрировала щипцы с моим родным зубом. «Вот и все!» — рассмеялась она. Я в этот момент задохнулась от возмущения. Сердце мое колотилось, словно заячий хвост. В глазах потемнело. «Отдай!» — крикнула я. «Что отдать?» – не поняла тетя доктор. «Мой зуб! Давай его сюда!» — доктор опешила. Пока она пыталась понять, почему я требую у нее свой малюсенький гнилой зуб, в кабинете показался длинный нос моей мамы. Она протиснулась в дверь и спросила: «Все в порядке?» Девочка даже не плакала. Ни одной слезинки. Это была правда. Я не плакала. «Я готова была их поколотить! Она украла мой зуб! Воровка, пусть вернет!» – кричала я. «Это был плохой зуб. Правильно, что его удалили». Я в этот момент поняла, что взрослые сговорились и совершили злодейство сообща. В тот момент я не просто заплакала, а так завизжала, что мама и тетя доктор охнули и моментально закрыли уши руками. «Все! Хватит на сегодня нервотрепки! Она украла мой зуб, воровка! Это я решаю, хороший он и плохой! Я вставлю его обратно!» «Хватит нервотрепки!» —
плакала. Не потому, что мне было больно, а потому, что впервые в жизни меня обманули. Пришли девчонки, подружки, ели сгущенки полкружки. Рыженькая Вера говорит несмело: тетя Алла, заплетите Варе хвостик. А я в ответ: хвостик не плетут, плетут косу. А она мне, ковыряясь так в носу: тетя Алла, вы не понимаете, большая, а ничего не знаете. Плетут все, что захотите. Интриги, сплетни, косы, хвосты и даже слоновьи носы. Потому, если вам нас не понять, идите лучше с другом погулять. Я не отступаюсь. Все у нас у взрослых просто. Да или нет. Быть, не быть. Вера рассудилась. А у нас дети. Не черно-белых дней. У нас все в горошине, правильно. У нас много мошек живет в голове. И мы нарисуем вам живо такой альманах, что позавидует любой заморский шах. Только дети могут все написать. Я рисую. Рисуем осликов, самых-самых разных, ребят, какие вам только нравятся. Я не могу, 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 я не
Чё она сука показывает? Я пошли. Thank you.
Ариша, Полина. Девочки, Синяя Носкова.